улица композитора Лятошинского, 8. Панельный 16-этажный дом 1979 года. Построен рядом с кольцевой дорогой. Шумно. Двор при этом зеленый и достаточно уютный. Входы в парадные в удовлетворительном состоянии. Есть пандусы и домофоны. Во дворе небольшая современная детская площадка. Есть площадка для парковки машин, большая, но общая для нескольких домов. Рядом школа и лицей, государственные и частные детские сады, супермаркеты, станции метро Ипподром и Теремки. Дом в удовлетворительном состоянии.